Что вы хотите? Я хотела бы получить приказ, который заранее одобрил бы все, что я сочла бы нужным сделать для блага Франции. Я не понимаю, о чем вы говорите. И слушать не желаю. Не понимаю. Сначала нужно найти женщину, которая пожелала бы... Она найдена. Но почему мне не сделать вам любезность? Найдутся бумага, перо и чернила? Если вас поймает государственная автоинспекция, вы как поступите, как честный человек или отмажетесь? Вы знаете, если бы у меня не было специального документа, о котором я не просила, мне его выдал наш самый главный гаишник России, меня не имеют права останавливать мою машину вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ на улицах. Бывает так, что мы даже не успеваем переодеваться в другой костюм и прямо в концертном платье садимся в машину. И здесь иногда приходится нарушать правила, но мы очень извиняемся перед гаишниками всегда. А, ну извините, если у вас есть такой документ, получается, вы уже отмазались, да? Вы не поняли меня. Если очень сильно нарушил мой водитель, то мы очень сильно извиняемся, но меня не штрафуют за это. Я же вам объяснила, почему. Понятно. Почему я нарушаю правила? На благо государства.